Я волнуюсь, блин. Ой, уйди, пожалуйста. Первый раз. Или не волнуюсь, я не буду. Сам, я волнуюсь, или нет? Ты не знаешь? Не знаю. Ты спрашиваешь, что не зовут? С Майей разговариваю. Майя. А, я волнуюсь или как? Ты волнуешься. Ты прикол. Подождите. Я волнуюсь, блин. Еще 20 минут моей холостяцкой жизни. Все кончится. Оденут паранжу. Посадят дома, и я буду сидеть дома. Готовить борщ, воспитывать детей. Да, вот пришел жизнь. Последние 15 минут твоей холостяцкой жизни. Впечатление скажи. Что сказать? По-моему, вообще не поменяется. Волнуешься? О чем ты волноваться? Сейчас вообще без платья пойдем расписывать. У меня же вот. Что? Так чтоб видно было. Чего там папа дома оставить? Не с котлетами. Сиди, тетенька. Гера, в мою сторону не послушайся. Юр, ты хорошо сидел, князь. Там пустота без тебя. Я тоже, кстати, когда зашла. Я пойду возьму свой телефон. Здесь вот этот дворец бракосочетания, интересно. Сейчас я еще возьму. В детской комнате. Ну, выйдем оттуда, то есть здесь только заходит, выходит там. Обратно в гардеробную. Специально делают вот этот вот тамбур, там есть синяя вот эта комната и следующая розовая комната. Специально делают, чтобы люди волновались, нагнетают.